В пятницу утром Юлия Королева, как обычно, собралась на работу. Но когда вышла из подъезда, свой автомобиль, припаркованный у торца дома по адресу Первомайская, 21, не обнаружила. Берчанка сразу же обратилась в полицию. Неустановленное лицо от торца дома номер 21 по улице Первомайская города Бердск Новосибирской области тайно похитило автомобиль Toyota Corolla 2007 года выпуска. Владельцу был причинен материальный ущерб в размере 450 тысяч рублей. Личный состав отдела МВД России по городу Бердску ориентирован на розыск похищенного и лиц, совершенных данное преступление. По словам хозяйки автомобиля, в ту ночь она не заметила ничего странного. Машина была на сигнализации, однако она не сработала. 24 апреля утром я вышла на работу, это было 9 утра, машины уже не было. По камерам отследили, что машина была угнана в 4:27. Далее и по камерам также отследили, что она шла мимо Колорлона в 4:35. Вот. Сигнализация была на машине, ничего не сработало. Кто видел особые приметы машины, черные литые диски с серебряной полоской там, вот, и таких больше особых. То есть черная машина сзади тонированная, меховушки спереди стоят. Расследованием угона в настоящее время занимаются сотрудники уголовного розыска отдела МВД по городу Бердску. Стоит отметить, что с начала 2017 года это не единственный случай угона. Ну а всем, кто что-либо знает о местонахождении «Тойоты», просьба обращаться по телефонам 8 913 777 13 39 или 02.